Собственно, центр Москвы, он весь здесь перед нами. Можно, конечно, много говорить про эту Москву, про ее размеры. Но я хотел бы немножко ограничить хотя бы центр, чтобы взгляд уже не разбегался в эту сторону. А вот окраины центра Москвы. Во-первых, ну, смотрите, вот из-под башни, если сейчас не надо, стоит просто, смотрите, вот налево вверх, вот туда по диагонали идут железнодорожные пути. Все видите впереди, да? Вы если видите, вы лучше видите, да? Потому что я сейчас смотрю и не слышу, как вы киваете. А, вот это же так, железная дорога, это Октябрьская железная дорога, которая когда-то была Николаевская, но, как известно, была одна из первых.